Хотите заехать в новую квартиру уже в этом году? Не вопрос! В этом видео я расскажу про жилые комплексы со сдачи до конца этого года. Первый комплекс – «Зеленый квартал» на Пулковских высотах в Московском районе. Основные черты проекта – природные оттенки, малоэтажность, безопасность и внимание к ландшафту. Между первым и вторым корпусом находится зеленая аллея с елями, соснами, барбарисами, сиренью и кустарниками. Во дворах установлены детские площадки в эко-стиле и тренажеры для взрослых, чтобы весело проводить время на открытом воздухе. На территории появятся две школы. Первая сдается в этом году. Строительство первого детского садика с бассейном уже завершено. Второй появится возле новых очередей. Все квартиры сдаются с полной чистовой отделкой, включая сантехнику и теплый пол в ванной. Среди планировок можно найти полюбившиеся многим варианты с просторными террасами и мансардами. Следующий комплекс – «Чистое небо» в Приморском районе. И это самый популярный проект в Петербурге. Этот молодой квартал с развитой инфраструктурой, детскими садами и школами находится всего в паре остановок от метро «Комендантский проспект» вблизи Юнтуловского лесопарка. На территории квартала уже открыты детские сады и школы. Есть площадь Солнца, работают сетевые продуктовые магазины, кофейни и аптеки. В благоустроенных дворах располагаются площадки для игр и занятий спортом. В проекте есть квартиры разных планировок, от студий до трехкомнатных. Все они сдаются с полной чистовой отделкой, что позволит вам не тратить время и средства на ремонт. Еще один масштабный проект от Settle Group – «Солнечный город» в Красносельском районе. Все дома средней этажности, от 8 до 12 этажей. Дворы без машин, в каждом из них создается комфортная и безопасная среда для игр и отдыха. В квартале уже открыты детские сады и школы с бассейнами, обустроены спортивные и игровые зоны, а также парк на 5 гектар с игровыми площадками, футбольным полем, зоной для выгула собак и декоративной стелой. В общем, все необходимое для комфортной семейной жизни рядом. Среди планировок еще можно найти квартиры от студий до трехкомнатных, как классических, так и евроформата. Последний комплекс – «Притяжение» на Выборгской набережной. Это проект бизнес-класса с уже сложившейся инфраструктурой Выборгского района. Всего 11 минут пешком до метро «Лесная», 10 минут на машине до центра. Рядом ботанический сад и Петропавловская крепость. Войти на территорию дома смогут только жители и приглашенные гости. На входе располагается зона ресепшн, а дом круглосуточно охраняется. В квартирах выполнена чистовая отделка по высоким стандартам Settle Group или качественная черновая. Выбирайте, как вам комфортнее. В комплексе еще остались квартиры с высокими потолками, с эркерами, панорамными окнами и просторными террасами. Узнать больше о комплексах, посмотреть планировки и их стоимость вы всегда можете на нашем сайте по ссылке в описании под видео. Напомню, что мы всегда на связи в WhatsApp и других мессенджерах. Пишите, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк, если видео вам понравилось.